очень рады, что за последние несколько дней в городе Минске это прошло вот такое событие. Я знаю не понаслышке, как это сложно. И я знаю, что все, кто через это так или иначе это проходит, это по меньшей мере герой с большой буквы. Поэтому поаплодируйте сами себе, пожалуйста. А начнем мы нашу небольшую встречу с очень яркого выступления. Итак, Евгений Петрович Дербенко, лирическая миниатюра. Сегодняшний концерт, и нам не пришлось долго спорить.